Укреплять стратегическое партнерство Казахстана и США договорились министр иностранных дел Ерлан Идрисов и госсекретарь Джон Керри. Обоюдно отмечена важность скорейшего завершения переговоров по вступлению Казахстана в ВТО и сотрудничества, касающегося вопроса выполнения стратегии «Казахстан-2050». Обсуждены вопросы по ситуациям в Афганистане, Украине, ядерная программа Ирана, а также развитие связи и транспортных развязок по проекту «Великого шелкового пути».